Теперь у нас пойдет немножко военной техники. И первое — это наш мотоцикл Днепр. МТ, как они еще называли. Здесь МВ почему-то написано, 650. 85 год выпуска, 2 цилиндра, 650, 4-ступенчатая коробка передач. Такая вот подставочка под пулемет. Сама коробка для патронов. Такие вот крышки на фары. Это для того, чтобы меньше света было. Оппозитный двухцилиндровый двигатель. По два карбюратора. То есть, ну, по карбюратору на каждый цилиндр. И этот мотоцикл не так уже сохранился, как предыдущие. Пробега здесь уже, сколько получается, 1245 километров. Лопатка вот такая, типа саперная, но она немного больше. Так, ну и привод здесь, как видите. Идет кардан на заднее колесо и идет кардан на коляску. То есть здесь, как бы сказать, ну так, типа полного привода. Вот ведущее заднее колесо самого мотоцикла и заднее колесо коляски.